Уліс – брюссельський грифон, з'явився у родині першим, а десь рік потому на світ з'явилася його чарівна власниця – Настя. Грифон очень открытые собаки, очень дружелюбные, никогда не настроены агрессивно. Наоборот, к каждому входящему он бежит, здоровается, ему хочется с каждым приходящим поиграть. А ребенок он просто воспринял как то, что она, да, она действительно появилась. Потому что когда я была беременна, он спал на моем животе, то есть он облизывал его. То есть он даже, когда рядом со мной спал, если Настя шевелилась, он сразу просыпался, смотрел непонятным взглядом, что там такое происходит в этом животе, и начинал лизать, чтобы она успокоилась. Так Уліс став нянькою ще до народження маляти, адже вона ще у лоні матері відчувала його турботу. Когда первый раз принесли мы Настю домой, сначала Уліс сначала не понял, что, кто и чего она плачет. А потом стал за ней ухаживать. Он следил за ней, когда она спала в спальне, то есть, естественно, ребенок много проводит времени во сне. Он ложился под кровать, и как только слушал шевеление, он прибегал ко мне сюда, лая, что беги туда, посмотри за ней. У родини є безліч фотографій, де Уліс та Настя поруч. Потом, когда она стала взрослеть, он уже так аккуратнее стал с ней, потому что он не знал, что от нее ожидать. Очень часто бывает, что во время игры она не рассчитывает свои силы, может ударить его, но пока, в принципе, прецедентов не было, что он просто пытается избегать с ней такого особого контакта. А если мы играем все вместе, втроем, то спокойно все, все вместе резвимся, и Настя кидает ему игрушки. Настя у нас вообще как бы привыкла уже к собакам, поэтому на улице даже, естественно, что к незнакомым собакам я ее не пускаю, а к знакомым собакам она бежит и может погладить, и поиграться с ними. Кажуть, діти, що зростають поруч із тваринами, зовсім по-іншому ставляться до навколишнього світу. В любом случае, когда ребенок растет с собакой или с каким-то животным, он же привык, что ему нужно общаться. То есть он общается, находит контакт, и поэтому дети становятся бесстрашными, потому что они понимают, что от животного не стоит ждать какой-то агрессии. Хотя некоторые вообще, в принципе, собаки, они же объятия, для них это как агрессия, поэтому они могут ответить. Но в данном случае, если у собаки все нормально психикой, думаю, проблем никогда не будет. Настя и Уліс, до речи, делятся игрушками, та не лише ними. Разрешается все, что общие игрушки, с самого рождения, когда у Насти резали зубы, мы даже не прятали Улису кости, которые лежат везде, то есть это кости из вываренного желудка или из вываренной кожи, так как прессованной. Поэтому ребенок грыз и кости, ел корм, пил из миски, никто никогда никому ничего не, ну, не запрещал. Я считаю, что корм для собаки, ничего там такого плохого нет. Я сама пробовала корм и понимаю, что ничего опасного в нем нет. Поэтому ребенку разрешается все, собака тоже, соответственно, когда он просится к ней в кроватку, засовываем в кроватку, они там вместе бывают, играют. Звісно, багато хто обуриться, мовляв, ніякого догляду за дитиною. Маленька компанія запевняє, догляд є, ще який, просто підхід інший. Я просто не видела никогда никаких последствий от того, что ребенок съел корм, то есть ни расстройства, ни высыпаний, ни аллергических каких-то реакций не было, ни стоматита у нас ни разу не было ничего. Хотя некоторые родители очень как оберегают детей, стерильность, стерильность, еще раз стерильность, у нас такого нет, потому что в любом случае в мире она выйдет тоже не в стерильной, и на улице она может подобрать все, что угодно. Звісно, екстремальних моментів немає, і Уліс утримується не просто у чистоті. Цей песик – неодноразовий переможець виставок. Власники грифонів знають, чого вартує постійно утримувати собаку у виставковій формі. Після прогулки собака обов'язково моється, моється лапу, моється і борода, оскільки виступаючу частину його как бы, лиця. Та окрім цього, Уліс відвідує грумінг-салон мінімум 2 рази на місяць. Даже чаще бывает каждую неделю, если выставочный график очень плотный. Салон красоты, да, именно груминг-центр, там, где собаку моют, чистят, накладывают ей маски, делают спа-процедуры, стригут ногти, уши и так далее и тому подобное. И, соответственно, тримингуют, чтобы как бы, собака была всегда в хорошем виде. Що ж, як бачите, дитина, яку виховує Уліс, зовсім не гавкає, а доволі весело агукає. І зростання в одній сім'ї собаки та дитини не є чимось поганим. Просто і песику, і дівчинці дозволено майже все. У результаті маємо 2 щасливі мармизи.